это от этой. Родители тоже счастливы. Теперь. Этот комбайн может сено. Да, убирать. Сейчас будем завтракать, и мне сегодня ехать наблюдать на ЕГЭ. В общем, я сегодня наблюдатель. Подождите, как я давно не фоткала пряники. В последнее время, знаете, просто их отдаю, и все без фото. А тут красота. Все, я уже дома. Приехала с экзамена, поела. Сейчас монтирую видео. Наконец-то реально смотрю на последнее число, когда я выкладывала видео. И это было 21-го. В общем, давно уже это было. А сегодня 29-е. Вот, что хотела сказать по поводу экзамена. Все вообще прекрасно. Не знаю, мне прям понравилось все. Что именно понравилось? Самое, вернее, то, что не понравилось, это вот эта фраза «Вы просто посидите на экзамене». Реально, это «Хоть бы не заснуть» называется. Я там чуть не заснула. В общем, я туда приехала без 5:09 зашла. Потом зарегистрировалась, у меня забрали, сняли обложку с паспорта. Я даже телефон с собой не брала, потому что его нужно все равно было оставлять в штабе. Это просто кабинет, да, где там все организаторы сидят, камеры. Вот там выведен экран большой, телевизор висит, на котором ну, разделение для камер со всех аудиторий. Вот. Поэтому телефон не брала. Единственное, ключи и обложку от паспорта оставила при входе. Потом я там пришла, еще ждала до где-то 9:20. Вот в 9:20 начали заводить детей в аудитории. В общем, я тоже сдавала ЕГЭ. Я когда сдавала, это был первый год, то есть нас то же самое также перемешивали детей, то есть с разных школ и с разных классов, поэтому там дети друг друга практически не знали. Там может быть 2 человека с одной школы, ну и то навряд ли. Вот. Дети зашли в 9:20, проверяли у них паспорта. У нас так, кстати, пристально не проверяли. Здесь прям уже все было очень пристально. Проверка прям по серии, по номеру. А это была базовая математика, 3 часа она шла. Заранее, уже даже через час начали сдавать работы. Я просто сидела, и то встала, то села, чуть ли не заснула. Меня больше всего убило. В 9:20 дети сошли, и только в 10 начался сам экзамен. То есть реально 40 минут дети уже парились, уже устали. Просто сидеть душно в кабинете, кондиционера там нет, просто открыты окна и солнечная сторона, поэтому достаточно душно уже в 10 часов, несмотря дальше еще хуже было. Ну, в общем, как-то так. Я, в принципе, пыталась не заснуть. Моя задача была не заснуть. Никаких нарушений не было. Кто-то там у меня, вот сейчас я созванивалась, они мне говорят, ну что, там никто не помогал, там ничего. Да там камеры везде даже, не знаю. В общем, никто ничего не помогал. И все работы теперь же уже распечатываются прям в кабинете. Я, например, этого не знала. Я думала, выдаются, и все нет. Прям вот диск вскрывается. Как они сказали, сейф-пакет. Мы вскрываем сейф-пакет. Вот так вот это звучало. Ну, в принципе, просто посидела, и все. Один экзамен у меня, вот математика. Больше не будет никакого. Сейчас буду спать. Хочу поспать и потом займусь клубникой. Так, у нас ужин. Афоня, что ты выбрал на ужин? На вот это я могу пойти. Афоня на ужин горошек. Зеленый. Вот нужно вот сюда вот так. Вот так. Ни одной рукой неудобно сунуть. Прям туда пальчиками, ногтями. А у тебя нет ногтей, да? Нет. А где они? А мне папа их обрезал. Они все попадали. А ногти попадали? А я думала, ты их погрыз, не? Да нет, ты их грызешь, нет? Вот смотри. Кого? В руки вытереть? Папа, к тебе идут салфетки. Что? Можно еще на 5 головочек съем еще? Можно. А тебе их сколько осталось? Ну, я... Так, мама пошла клубнику мыть, хорошо?
А вот наш душ. Сейчас буду здесь. У нас здесь раковина. И, собственно, сам душ. Мы не всегда в нем моемся. Потому что он такой. Не всегда вода здесь горячая. В общем, сейчас здесь буду мыть клубнику. Надо вот ее перебирать. Ее надо бы вчера бы еще превратить в соус. Но вот вчера нам было некогда, так что сегодня. Я сегодня купила еще цветы в Красносельске. Вот это вот все. Вот здесь вот 6 или 7 стаканчиков. И вот этот, это все на 200 рублей. Так что, если вдруг кому интересно, там распродажа петунии. Вот, я специально сняла, ну, вот этот подвес, потому что хочу это все вставить, ну, просто поставить, в общем, этот горшочек. Все, клубнику намыла, 3 или 4 миски получилось, вот 2 больших и, по-моему, 2 поменьше. Сейчас буду делать, хочу сделать где-то, тем сюрприз, сделать мороженое. И просто соусом, как они любят. Отвезла Гришку на карате, заехала, купила мороженое. И сейчас сделала с клубникой молочный коктейль. Мороженое, молоко, клубника, немного сахара. И вот сейчас, я думаю, уже приглашать на коктейль. Детей тут тоже коктейльная вечеринка. Только не сильно. Мама, садись. Не, сейчас я пойду папу приглашать на коктейль, чтобы у него был перерыв, понесы. Мама, куда мы поедем? Ну, сейчас уже, наверное, папа попьет и поедем. Сейчас. Не прям сейчас? Ну хорошо, тогда еще играйте, хорошо? Когда у тебя будет ночь? А сейчас еще не ночь? Нет, иди. Да. Афонь, давай, может, я понесу? Нет, не надо, но спасибо. Ну спасибо, но не надо? Да. Почему? Папа нарвал черешенки нам, сейчас пойдем кушать, да? Да. Что ты говоришь? Не разбить стакан? Аккуратно, иди. Это я просто несу тут 2 стакана. Наши с папой после коктейльчика, да? Только аккуратно, чтобы... Может, я все-таки, сынуль, понесу? Ну, как не тяжело. Не тяжело? Сейчас! Сейчас будет. Да? Я выходи. Сейчас. А, ты слышал его? Мам, пойдем и зайдем. Нет, я пойду собираться. Мы же сейчас за бассейном тебе поедем. А кто Гриша заберет? А тетя Вера заберет Гришу. И мы потом его заберем. Не знаю. И потом мы его... И потом приедем домой. Где? Нет, мы потом погуляем. Где? У тети Веры. Зай, мы можем не успеть. Уже же и спать надо. А ты? Я, да. Черешненька. Черешня. Черешня. Ч. Ч. Сюда язычок вот так. Ч. Черешня. 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 Правильно? Нет. 500? Моя баба Во, давай. Да ты что говоришь такое? Это моя баба Во. Да? Да. Вот, мы уже и воды набрали, да? Или тогда тоже была вода? Ну вот, сейчас он 6.30. Ну как вам такой бассейн, дети? Нравится? Пошлите. Да. Сразу все довольны. Так, может, вам тележку лучше купить? Сами данные нам не нужны. Ну, сейчас туда заедем. Да. Вперед, 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 проходи. Пошли. Велики. Что-то нашел, нашел, да? Ты нашел? Насос, ну давай читать, да. Вот. Нет, читай, что понятно. Нет, читать нужно, что тут написано, вот этот бассейн. Сколько здесь? Давай, мама, давай. Ой, уйдите, мой мама.
Так, теперь осталось накрывачку еще, да, пап? А вот глянь какой, как джакузи, да, по-моему? Он же на дно и там оставляется. Там, мне кажется, как джакузи, да? Так он 40 тысяч стоит. А, я просто цены не смотрю. Волен? О, Василий. Да, да. Да, здрасте. Спасибо большое, до свидания. На ура! За... Ура, мы нас посеем. И покашлял такой. Афоня, иди сюда. И покашлял. Ура, у нас бассейн. Да. Ой, Антош, не дурки, папа. Нет, уже закончилось. Так, пап, ключи у тебя? Да. Ну зачем? Ну не сломаешь же сейчас. Видишь, что закрыто, нет он. А потом мой, оно само сломалось. Закрываем на все. Все? Пойди, проверь. Домой, домой. Бери, бери. Там закрыто. Да, Блэйд, Блэйд мы, конечно, видим. I used to believe.